В Пушкинском университете получают высшее образование 640 иностранных студентов. И помимо учебы у гостей из ближнего и дальнего зарубежья есть возможность найти новых друзей, познакомиться с другой культурой и открыть еще одни грани своих талантов. Этому способствует яркий и творческий фестиваль иностранных студентов. Иностранные студенты привозят с собой культуру и обычаи, национальный колорит в песнях и танцах. И чтобы привыкнуть к другим условиям, при этом не забыв о корнях, для них проводят большое количество мероприятий, где молодые люди могут познакомить своих белорусских друзей с важными традициями и устоями. Но главное, у каждого студента есть возможность проявить свои способности. На протяжении нескольких недель иностранные студенты участвовали в различных конкурсах и олимпиадах, семинарах и турнирах, демонстрируя, сколь много талантливой молодежи в их числе. Беларусь находится в Европе. И ваше образование у нас ценится очень, и поэтому многие ребята приезжают сюда за вашим образованием. Я являюсь победителем ораторского мастерства 2021, то есть этого года, победитель Олимпиады по русскому языку. Также являюсь победителем брейн-ринга. Я всегда мечтала учиться за границей и выбрала именно Беларусь, потому что тут качественная учеба, у нас учеба очень ценится. Поэтому мы пришли сюда учиться, получить образование. В университете мне все нравится, у нас часто тут проходят фестивали, мероприятия разные. В этих мероприятиях мы можем проявить свои таланты. Такие мероприятия для нас особенно важны. Мы можем показать свои традиции, обычаи. Фестиваль иностранных студентов в дружбе народов «Наше единство» станет еще одним ярким воспоминанием в копилке студенческой жизни. Это дает возможность еще больше укрепить дружбу, которая существует между нашими иностранными студентами. Это говорит о том, что и наша страна – это страна, где рады всем, кто с уважением относится к нашей стране, к нашей культуре. И иностранные студенты очень часто говорят, что здесь мы нашли вторую родину. А говоря о Бресте, иностранные студенты всегда используют слоган «Лучше Бреста нету места». Традиционно этот фестиваль объединяет студентов разных национальностей, помогая лучше узнать культуру друг друга и подружиться. Ведь именно дружба делает нас сильнее и способствует достижению новых вершин и масштабных целей.